17 декабря. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного. Матфея 18:10. Малые дети всегда нуждаются в особом попечении. В Слове Своем Господь учит нас, чтобы мы любили маленьких детей, не пренебрегали ими, потому что их ангелы всегда видят лицо Божье. У всех нас есть ангел-хранитель, однако видеть его мы не можем. Некоторые люди видели ангелов, но это бывает очень редко. Может быть, ты уже пытался представить себе ангела? Это было в чудесные предрождественские дни. Я был ребенком, когда мне однажды приснились ангелы. Я оказался в большом красивом зале, залитом мягким светом множества прекрасных светильников. На золотом троне сидел Иисус Христос в драгоценном венце, и много ангелов окружало Его. Они постоянно пели «Свят, свят, свят Господь Бог!». Во сне я встал с кровати, и хотя у меня были открыты глаза, я продолжал спать. В окно светила полная луна. Сначала я забрался в кроватку моего брата и хотел в ней расположиться, но он начал кричать: «Это моя кровать! Уходи, или я расскажу папе!» Я сполз с его кровати, встал на подоконник, прильнул к стеклу и неподвижно уставился на большую луну. Это было очень опасно, ведь оконное стекло тонкое, и если бы я его раздавил, то мог бы упасть и разбиться. Но тут пришел ангел и отнес меня в мою кровать. А знаете, кто был этот ангел? Моя дорогая мамочка. Часто Бог использует людей, чтобы совершить свои добрые дела. Споем для младенца в яслях песенку. Смолкли вечерние звуки свирели, песни печали и слез. Сон погрузился в своей колыбели, тихо малютка Христос. Рядом с его колыбелью простою сторож крылатый стоит. Сон дорогого младенца святого светлый архангел хранит. Нежная мать у постели дитяти шепчет молитву свою. Сам для себя мой отец благодатный вырасти крошку свою. Знаю, что подвиг тяжелый, священный сына чудесного ждет. Знаю, что он за грехи всей вселенной в жертву себя принесет. Пусть поднимается выше и выше жизнь моего малыша. Существует и дышит каждая в мире душа. Звезды над домом Христовым сияют, щедро лучи свои шлют. Славу Его без конца возвещают, песни Иисусу поют. Помолимся и поблагодарим дорогого Господа, что Он сотворил ангелов, которые оберегают нас от опасности. Попросим Господа охранять нас и сегодня на всех путях наших.